Минувшей ночью во время пожара в жилом доме в столице республики погибли два человека. Сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома поступило в 3:00 ночи. Первые пожарные расчеты, прибывшие к месту, обнаружили, что первый подъезд горит открытым огнем. Тушение началось незамедлительно, одновременно проводилась эвакуация людей. Но, к сожалению, в двух квартирах дома были обнаружены тела двоих мужчин. Сейчас проводится следственно-оперативная работа, выясняются обстоятельства произошедшего. По прибытию к месту вызова первое подразделение начали эвакуацию жильцов с первого подъезда, с горящего подъезда, с ручными пожарными лестницами. Также дополнительные силы, прибывшие, начали эвакуацию людей со второго подъезда. Эвакуировано 20 человек, распределены, подъехал автобус и ДДС. Сейчас в данный момент выполняется вопрос по распределению людей по родственникам или по муниципальному образованию.